Ну что, вот и пролетел, так можно сказать, незаметно групповой турнир. Сегодня последний игровой день. Много интересного было на этой стадии. Мы увидели много интересных команд. Ну и вот сейчас все окончательно встанет на свои места. Да, действительно, турнир очень долгий, по-своему увлекательный, очень насыщенный. Кому-то удалось себя проявить, у кого-то это не вышло. Но впереди еще много игр для тех команд, которые продолжают участие в этом турнире. И нельзя ни в коем случае останавливаться. Надо продолжать показывать свой класс. И вот настал тот день, когда команда получит заслуженный трофей. Они уже стали чемпионами, и эта игра ничего не решит. Но после окончания матча мы увидим церемонию награждения. Весь сезон они показывали великолепную игру, и сегодня могут просто сыграть в свое удовольствие. И даже если проиграют, то кто их упрекнет? Они чемпионы, это главное. Обратим внимание сегодня на их тактику. Смело они выбрали высокий прессинг как козырь. Разыграют ли они его верно? Вот на что ответ мы узнаем в ближайшее время. Да, часто бывает, что команда начинает активно прессинговать соперника и поднимает защиту чуть ли не к середине поля. Но если соперник опытный, он сможет выйти из такой ситуации и взять свою выгоду. Свободные зоны никто не отменял для длинных передач. А это стартовая расстановка гостевой команды. Тренер выпустил всего одного нападающего. Ну и один в поле тоже воин, особенно с такой мощной группой атаки. Итак, начинается шестая встреча в рамках группового этапа. Надеюсь, нас ждет интересная игра. Отнять у него мяч не так-то просто. И подает штрафную. Вынос, мяч не... И пробил! Юй Ханчао. Карвали. Такие передачи придают атакам остроты. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. Карвалью. Штрафную подачу, и есть там кому сыграть. Выбивает вратарь мяч после навеса. Могли забить, если бы не защитник. Будут вбрасывать мяч из-за боковой. Мимо ворот пролетает мяч, и эту атаку можно считать завершенной. А шанс, кстати говоря, был неплохой. Похоже, эта атака закончена. Мяч они потеряли. Классно в перехвате сыграно. Друзья, мы что, будем смотреть передачу назад? Прижали соперника к воротам и ждут свой шанс. Далер Кузяев. Карвали. И пробил. Мяч уходит на угловую.
Мяч летит в центр штрафной. Дэн Ханьвэнь. Будет навес. Защитник подчищает, мяч выбит. И подача туда, в сторону ворот. Мяч словно приклеился к перчаткам голкипера. Есть вариант для паса. Гулард. Далер Кузяев. Гулард. И у соперника теперь мяч. Александр Арнольд. При массированной обороне всегда легче и правильнее атаковать флангом. Есть гол! Счет открыт! Ну что, лихаби до начала? Да, хочется надеяться, что этот мяч окажется не последним в этой игре. Знатный гол получился, что и говорить. Посмотрите, какой кросс в штрафную, а? Великолепная передача, оставалось ее только замкнуть. Ну, тут все очень хорошо. Они разыграли, навес, удар, гол. Отличный удар головой. Этот игрок умеет так пробить. Мы видим эмоции тренера. Этот гол, конечно, поднял ему настроение. Один ноль. Сейчас будет веселее. Джан Линпен. Гулард. Далер Кузяев. Не торопится арбитр со свистком, дает играть команду. Арбитр назначает штрафной. Выбит мяч из штрафной. Джан Линпен. Вперед игра идет. Мяч у атакующей стороны. А вот и конец этой атаки. Теряют они мяч. Чуть помягче надо было сыграть. А так это подарок для вратаря. Вне игры, оказывается, команда. Ну, навешивай! Надежно и спокойно. Мяч выбит, атаку надо начинать заново. Мяч достается сопернику. Тут явно не ожидал такого подарка. Отличный пас! Хотел сделать футболист рывок, но поторопился. Офсайд. И буквально подарил мяч сопернику. Юй Ханчао. Подача в штрафную. Там есть кому сыграть. Защита первая на мяче. Вынос. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? Дэн Ханьвэнь. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Вот это пас прекрасный. Гулард.
Почти не ошибается он сегодня в передаче. Катает мяч перед чужой штрафной в надежде на открывание кого-то из нападающих. Карвальо! Ну, тут что-то совсем непонятное он изобразил. С такой-то дистанции, конечно, надо было забивать, но он пробил куда-то совершенно не туда. Ульсон. Все верно, выносит он мяч из своей штрафной. Подача, чей мяч будет? Хороший вынос мяча из штрафной. Юй Ханчао. Все верно, пора сместить акцент атаки. Ну вот, стоило только заговорить не об атаке, как они потеряли мяч. Пробил! Спасает голкипер ворота, но придется ему еще стараться. Неудачная передача, мяч прямо в ноги сопернику отправился. И снова точно партнеру отдает он мяч. Такие передачи растягивают, разрывают оборону соперника. Вынос, мяч не задержался в штрафной. Через фланг атака пошла, и тут есть свободное пространство. Можно сделать навес. И подача туда, в сторону ворот. Самый простой и надежный способ в такой ситуации — просто-напросто выбить мяч, и все. Дэн Ханьвэнь. Далер Кузяев. Гулард. До нападающих мяч не дошел, выносит его сразу же из штрафной. Потянул мышцу он, похоже. Если это так, то ему, вероятно, понадобится замена. Гулард. Юй Ханчао. Хорошая могла выйти атака, но защита тоже не дремлет. Можно подавать тут. Мяч потерян. И соперник позади. Удар, и мяч попадает в обороняющегося игрока. Арбитр назначает угловой. Мяч летит. Лушаков. Перекладина играет за вратаря. Сейф, но атака продолжается. В игрока мяч попадает. Семель Жиго. Вроде бы они все сделали правильно, но, увы, попали в штанг. Игра остановлена, будет угловой. Не прекращается натиск на их ворота, и стадион продолжает их гнать вперед. Они ждут гол. И в центр штрафной мяч летит от углового флага. Без всяких проблем мяч вратарь забирает себе. Гулард. Далер Кузяев. И через край пошла атака. Тут есть немножко свободного пространства. Подача в штрафную. Там есть кому сыграть. Выбит мяч из штрафной. Можно подать. И подает штрафную. И выносится мяч из штраф. Минимальное количество голов, минимальный перевес. 1-0 пока.
Пока можно сказать, что смотрится он вполне уверен. Так, ну я думаю, что своим голом он доволен. Ведет команда после первого тайма. Но одного гола может и не хватить для победы, поэтому надо во втором тайме постараться развить преимущество и забить еще как минимум парочку. Пошли последние 45 минут матча. Остался всего один тайм до окончания шестой встречи группового турнира. Мяч у соперника. Ульсон. Разгадали замысел соперника, они и завладели мячом. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. Хорошо мяч перехватили в атаке. Атака через фланг, есть тут свободное пространство. Хорошая игра на перехвате, и вот мяч уже в распоряжении другой команды. И подает в штрафную, кто там выиграет мяч? Сейчас мы увидим замену в команде хозяина. Да, будет остановка, и кто-то из игроков покинет поле. Мяч будет введен в игру из-за боковой. Замена у нас будет. Джан Линпен. Далер Кузяев. На дальнюю подачу. Хорошая была ситуация, вот только навес этот у него явно не получился. Ну, грузи в штрафную. Потянул мышцу он, похоже. Если это так, то ему, вероятно, понадобится замена. Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был хорош. Ульсон. Хороший пас во фланг. Это аут. Приходится тренеру делать замену. Похоже, травма серьезная. Неплохо атака развивалась, но мяч потеряли они. Классный перехват. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Передача назад на голкипера. Тянут время, стадион свистит. Отлично сыграно. Может быть опасно. Хорошо разобрался в эпизоде. Ворота спас. Мяч отбил подальше. Все верно вратарь сделал. Так, теперь надо отбиться на угловом. Самое скопление игроков угловой поле. Это мимо. Далер Кузяев. Продолжают владеть мячом. Очень долго. Пора бы уже как-то обострять. Удар! Браво, вратарь! Лидируя в счете, можно позволить себе такие укрепляющие, я бы сказал, замены. Имеет тренер полное право.
И прямо в центр штрафной полетел мяч. Вратарь спасает, но эпизод еще не окончен. Это угловой. И в центр штрафной. Мяч летит от углового флага. Хорошая игра в пас. Рикардо Гулар. И сравнивают они счет. Хороший мяч забивают. И снова ничья на табло. Все только начинается. Невероятная игра. Сравнивает счет аутсайдер. Смотрим дальше. Да, здорово завелась команда. Сейчас начнется самое интересное. Давайте посмотрим еще один повтор этого гола. Снова равенство на табло 1-1. Александр Арнольд. Такие передачи растягивают, разрывают оборону соперника. Дэн Ханьвэнь. Юй Ханчао. Карвалью. Далер Кузяев. Пас, пас, еще раз пас. Очень много передач у этой команды. Ну и где же навес? Удар по воротам. Вот это был отличный шанс, чтобы вырваться вперед. Далер Кузяев. Нет, не дошел этот пас до адреса. Замену готовит тренер гостей. Да, это должно освежить игру, ну хотя бы немножко. При массированной обороне всегда легче и правильнее атаковать флангом. Защита первая на мяче, вынос. Роман Зобнин. Это угловой удар. Неплохой удар, но вратарь на месте. Вот такой прямолинейный дальний удар. В следующий раз нужно что-то более интересное придумать. Мяч летит в центр штрафной. Это гол! И сыграла все-таки замена тренера. Именно игрок, вышедший на замену, забивает. Знатный гол получился, что и говорить. Выверенная, изумительная подача и прицельный удар головой. Пожалуйста, получите и распишитесь. Давайте посмотрим еще один повтор, только с другой камеры. Мы видим эмоции тренера. Этот гол, конечно, поднял ему настроение. Игра возобновляется, счет уже 2-1. Пошли последние 15 минут. Карвалью. Друзья, вы поворотом-то бить собираетесь или нет? Пасы это, конечно, хорошо, но надо же голы забивать. Атака, стоп, мяч будет введен в игру ударом от ворот.
Талер Кузяев. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. Подача. Чей мяч будет? Выбивает мяч игрок. Неплохо атака развивалась, но мяч потеряли они. Классный перехват. Хорошая игра на перехвате. И вот мяч уже в распоряжении другой команды. Ударище! Удар, сейв. Неудачно отбивает он мяч. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Тут может быть опасно. Ну вот, собственно, и все. Удар от ворот. Замена. Травма игрока. У тренера не было иного варианта. Ульсон. До конца игры 7 минут. Может получиться интересная атака. Это мимо. Отличная передача в штрафную, но вот игрок на острие атаки был к ней, кажется, не готов. Хороший получился удар, вот только точности ему немного не хватило. С трудом сейчас мы слышим друг друга. Болельщики перекрикивают нас. Похоже, они сейчас сойдут с ума. Да, болельщики понимают, что, возможно, это решающий момент матча. Хотят максимально поддержать свою команду. Джан Линпен. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Времени мало остается, но случиться в этой игре может что угодно. Александр Арнольд. И правильно, долой мяч из штрафной. Джан Линпен. Дэн Ханьвэнь. Талер Кузяев. Развивается эта атака. Что-то из этого может получиться. Опасно! Сравнять счет очень просто. Надо лишь реализовать этот угловой. И в центр штрафной мяч летит от углового флага. Хороший пас. Что тут получится? Хороший вынос мяча из штрафной. Чуть помягче надо было сыграть. А так это подарок для вратаря. Штрафную подачу. Есть там кому сыграть. Отражает эту атаку, но мяч еще в игре. Ли Сюйпен. Далер Кузяев. И звучит финальный свисток. Мне кажется, ни игроки, ни болельщики даже не заметили непогоды. Настолько классная была игра. Мы-то с тобой заметили, но это не помешало командам сегодня в тяжелых условиях показать хороший футбол. Он может быть доволен своей игрой. Здорово сегодня помогал команде. Отлично он сыграл. Кстати, забил решающий гол. Это так, напоминание. Ну, я думаю, что и тренеры, и болельщики все должны быть довольны сегодняшним результатом.